Департамент спорта города Москвы, учредитель футбольной школы Чертаново. ОАО «РЖД», генеральный спонсор Кубка Колыванова. Кутов упускает мяч. Ну что ж, выход один на один. Это к воротам мчится футболист строителя. И это гол. Первый гол забивают футболисты строителя. Сейчас пробьют игроки строителя. Подходит близко игрок Тульского Арсенала, но, видимо, так не получается. Удар, ну-ка, попробует. Да, это гол. Второй мяч забивает команда «Строитель». Разминулись, я поменял счет и поменял остальные атрибуты матча, которые нужны как диктору. Третий мяч уже забил строитель. Молниеносная атака. Ну что ж, такой детско-юношеский футбол. Стараются более-менее. И потихоньку все работает. Еще один гол. Да. Какой был опасный подкат сейчас. Но все в пределах правил. Это очень здорово. Вот. 2010 года рождения. Ой, 2011 года рождения, прошу прощения. Соответственно, всем, кто играет здесь, не может быть больше 10 лет. Гол! Гол забивают футболисты Арсенала. Один гол они отквитали. Подача была на дальнюю штангу, но, к сожалению, туда никто не открылся. Не было предложения именно годного под передачу, но подача почему-то пошла. Итак, с мячом строитель. Хорошая передача в разрез. Кипер на месте. Уже третий сейв за тайм. Очень хороший. Ай-яй-яй-яй-яй. Хороший мяч только что трудовой забили футболисты строителя. Ильич Ярослав сейчас пытался догнать мяч, к сожалению, не получилось. Ну что ж, на этом встреча заканчивается. 15 место занимает команда «Строитель» из Ленинско-Шахтинского. Соответственно, «Арсенал» занимает последнее место на этом турнире. Друг друга приветствуют команды. Департамент спорта города Москвы, учредитель футбольной школы «Чертаново». ОАО «РЖД», генеральный спонсор Кубка Колыванова.